острый перец аджи инка ред. Переводится как аджи инка красная капля. Вот такой вот перчик красный, его очень много. Довольно-таки острый, острота у него от 12 до 30 тысяч единиц по шкале Сковеля. Это, можно сказать, практически, можно сказать, как декоративный куст. Ну, хотя куст может достигать высоты где-то 60-70 сантиметров. Вот у меня сейчас где-то он сантиметров 50. Он растет у меня в открытом грунте. Можно посмотреть, вот смотрите, какие перчики маленькие. Его можно выращивать как в открытом грунте, так и на балконе, либо на подоконнике. Очень острый, хороший для консервации, вообще бесподобно. Очень высокоурожайный сорт. Вот такие вот маленькие перчики. Вот их очень-очень много. Вот если посмотреть на куст, и посмотрите, сколько завязалось. Очень-очень-очень-очень много. На одном кусту, ну, наверное, больше сотни. Особенно внизу, вот нижний ярус начинает полностью созревать. И такими вот целыми гроздями. Высевать на рассаду где-то 20 февраля. Высаживаем в открытый грунт, либо в горшках. Можно, как только позволит вам погода, в открытом грунте. А в комнатных условиях можете выращивать в любое время. Растения многолетние. Можно формировать кустик. Когда кустик достигает высоты где-то 10-15 сантиметров, прищипываем верхушку, и вот такой вот перчик у вас будет целый год. Очень ароматный, очень хороший перчик.